Ну, конечно, тяжело было, но самое главное, что было вот тяжело уже этот прошлый осталось. И сейчас я очень рад, что вот вчера первая тренировка у меня была с общей группой. И вот день по день стараюсь работать много, чтобы чем быстрее возвращался и уже начал играть. До сих пор у меня там какие-то комплексии, знаешь, и мне там все равно там думаю, что как будто там еще что-то там будет болеть. Но надеюсь, что у меня все хорошо будет. И сейчас я очень хорошо себя чувствую. И, конечно, я рад очень, что с ребятами еще тренируюсь. И, как я сказал, что каждый день буду работать много, чтобы я чем быстрее возвращался в команде. 6 месяцев очень тяжелый в моем жизни. И вот семья, там, девушка, близкие всегда рядом были. Из-за этого мне чуть полегче стало. Но все равно, конечно, там очень тяжело было все это. Но, как я сказал, это уже прошлое осталось. И я сейчас двигаюсь вперед. И психологически тоже я готов. Так что буду работать. Если нет в команде конкуренции, это плохо со всеми футболистами. Конечно, конкуренция должна быть всегда, и кто будет заслуживать, кто будет лучше выглядеть, кто будет там отдаваться, добиваться, тот будет играть. Так что, конечно, я готов. Посмотрим. Вот я думаю, там еще 2 недели буду с командой позаниматься, и потом я уже, как в прошлый раз, когда у меня была операция, тоже так был, занимался с командой там 3 недели, и потом я уже играл, и все нормально было. Так что я тоже так планирую сейчас. Ворота. Какой команды планируешь в этом году также забить, выйдя на замену или в стартовом составе сразу после травмы? Суфой, 27-го. Ну, посмотрим, конечно. Это очень приятно было, что тяжело еще 6 месяцев, что сразу вышел, забыл, и мы выиграли. Это было самое главное. И дай бог, что сейчас тоже так будет.